Да, Михалыч, но с другой стороны, взятки до 5000 рублей, и сколько за это получают люди? И тюрьму за это можно попасть? Можно попасть. Но 5000 рублей, это же так вот по логике, скорее всего, врачи, завучи школы, вот Сергей, такое. Сергей, так и есть. Вы вот прямо в самую точку попали, потому что 22% почти за получение взятки мы осуждаем врачей. Каждый пятый – это работник здравоохранения. Раскрыть все карты раз, теперь все знают факты, врать и впредь уже нет шанса. Нам, увы, пора признаться, кто покрыл страну позором, кто везде внедрил поборы, кто до взяток жадный самый, доктора с учителями. Нас порочнее и злей, мы черной сетью своей в стране опутали всех. С коробки каждый конфет, определенный процент, мы шлем, конечно, наверх. Простите. Борьба с коррупцией сейчас. Простите. Буксует только из-за нас. Все прозрачное давно, и мы лишь тащим всю страну на дно. Кто давал дома построить там, где лес был над рекою? Кто завод пилил долями, доктора с учителями? Кто в офшор увел активы? Кто устал жить на Мальдивах? Кто скупил дома в Майами, доктора с учителями? Что мы невзрачны на вид, дадим мы Гейтсу взаймы. На в сотне Форбса, прости, врача тебе не найти, коварно прячемся мы. Простите! Вчера я взятку взял опять. Простите! Смогу неделю сытно жрать. Простите! А кое-кто букет из роз так подло в декларацию не внес. Нас восторг переполняет, пусть кого и удивляет, как для нас так важно, чтобы быть в коррупционном топе. Нам сам факт, поймите, лестен, наконец на первом месте. В чем-то связан нам с деньгами, доктора судьбы.